мои, всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале «Клубочки в доме». Сегодня у меня готовая работа. Вот такой мой топ, футболочка. Вот такой вот, которую я связала для себя. Вы меня уже видели в процессе работы ее, в процессе вязания. И вот сегодня она у меня уже завершена. Я ее уже постирала, погладила. И вот так вот выглядит мой топ. Вот так. Здесь у него разрезики. Ну и о том, как я его вязала, я вам сейчас все подробно расскажу. Итак, как я уже говорила ранее, вязала я этот топ из пряжи вот такой вот Ализе Бахар. 100% хлопок, 100 граммах 260 метров и цвет 36-76. И ушло у меня на этот топ чуть больше 3 мотков, ну даже можно сказать 3,5 мотка. В общем, вес изделия получился 360 грамм. Так, ну а теперь расскажу вам о размерах. Значит, сейчас длина... Длина изделия у меня получилась 62 сантиметра, а ширина 49 сантиметров. Рукавчики, длина рукавчиков 16 сантиметров и ширина также 16 сантиметров. Ну и сейчас я вам расскажу, как я его вязала, сколько петель набирала. Узорчик для этого топа у меня есть на канале мастер-класс. Можете пройти и посмотреть, ссылочку на узор я оставлю внизу под видео. Ну и теперь непосредственно, как и сколько петель я набирала. Так, спинку и перед я начинала вязать отдельно спицами номер 3. И весь топ связан также спицами номер 3. Спицы я не меняла в процессе вязания. Я спинку перед начала вязать, как я уже сказала, отдельно. На спице номер 3 я набрала 108 петель для спинки и 108 петель для переда. И после того, как я начала первый ряд узора, то есть у меня здесь я провязала 3 ряда платочной вязки и потом перешла к узору. И после того, как я провязала первый ряд узора, у меня на спицах стало по 124 петли. И я вязала, провязала буквально 10 сантиметров. Вот до разреза я определила, что мне достаточно будет такие разрезики. 10 сантиметров. И после этого я перешла на круговое вязание. То есть пересняла все петли. Вот здесь я немножечко сократила по 2 петли с каждой стороны. Вот. И перешла вязать по кругу. И вязала я по кругу до пройм. Сейчас я вам скажу, сколько я до пройм провязала. От начала вязания я замеряю 45 сантиметров. Провязав 45 сантиметров по кругу, я перешла, разделила петли и снова начала вязать отдельно спинку, отдельно перед. И вот здесь вот я также прибавила по 2 петли с каждой стороны. То есть на спинке получилось у меня 2 петли здесь слева, 2 петли справа. И также на переде. То есть в общей сложности я прибавила 4 петли на спинку и 4 петли наперед. То есть потому что там уже появились кромочные, чтобы были, чтобы не нарушать мне узор. И дальше я начала вязать, вернее продолжила вязать отдельно спинку, отдельно перед. Значит так, по спинке я провязала 58 сантиметров от начала изделия. Провязав 58 сантиметров, я начала оформлять вырез горловины. Для рукавов я не делала никакие проймы, я просто провязала по прямой. Значит, я закрыла средние 36 петелек. И далее каждую сторону
провязывала отдельно, я закрывала 2 раза по 5 петель с каждой стороны. То есть 36 петель я закрыла средние и далее 2 раза по 5 петель. И потом продолжила вязать без изменения еще несколько рядов. Ну там, по-моему, 4 или 5 рядочков я еще провязала. Точно так же и по переду, только провязала от начала вязания 57 сантиметров. То есть на 1 сантиметр у меня здесь спинка выше получилась всего. Вот. И здесь я, значит, закрыла 32 петли средние и далее 3 раза по 4 петли. И также продолжила без изменения, еще несколько рядочков провязала. Ну, чтобы было немножечко побольше как бы углубления по переду, и слишком большое я не захотела делать. Ну, в общем, так для меня достаточно. Так, что касается рукавчиков. На рукава я набрала 82 петли. И провязала я 4 раппорта. Вот, 4 раппорта провязала и закрыла петли. И потом я их просто вшила сюда в пройму. То есть сначала я сшила рукав, и потом его простенько, аккуратненько вшила вот сюда в пройму. И все, и получилось так довольно-таки неплохо. Ну вот. Вот и все. Вот и весь топ. Кому понравилась моя работа, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч!